Меня зовут Иван. Мне 5,5. Сам я живу в доме 2, в квартире 113. Неплохо так живу, но довольно скучно. Мой брат. Алло, здравствуйте, Петя вызывает такси. Мы таким, Петя, братцы с тобой. Вот мой город. Как вы слышите, я говорю по-русски. Значит же, я живу в России. И это очень видно. Идите сюда. Российская Федерация. Ваня, кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Зоологом, палеонтологом. Зоологом и палеонтологом. Потому что вот так вот. Кто это, ребят? Кто это? Вот эти. Ответ начинается на букву З. Завропадомор. Обратите внимание на форму стопы. Обратите внимание на форму хвоста. Это мой папа. Это рапторы вышли на охоту. Они свирепые хищники. Кольчатые черви, членистоногие, медузы, аммониты, моллюски, членистоногие и так далее. Смотрите внимательно. Да вот компания собралась. Вся семейка собралась. А вот это вот добрые трещивица. Ага, бабушка проснулась. Эй, не спала. Я родился, ну, ты ходишь и ходишь.